Всем привет, друзья! Меня зовут Ев, я самый уже чуть-чуть взрослый. А вот у нас тут был паук какой-то черный такой. Даже испугался и папу позвал. Он его так задолбал, и все, и он сдох. Вот такой паук. Ну почему-то у нас вот... Знаете, почему у нас вот уже пауки водятся? Не знаю. Потому что, кстати, я там на улице мышку увидел. Так я вам говорить не буду, самую гадость. Кстати, люди это услышат, ну, подумают это. Кстати... Мы там взрывали разные банки, это там фольгу нужно, крот. Вот такое умывание для трубы, чистка для трубы, вода такая. И она, когда она надувается, вот так, и бабахает сразу, разным бабаханием. Вот я вот смотрю сейчас ролик про мискейчи. Мискейчи это... Такая, вот видите, вот, ой, что-то там все такое, такое. А, потому что вот это. Вот, видите, вот, замазанные мискейчи. Вот одна, замазанные мискейчи. Вот видите, написано, мискейчи. Еще вот это вот написано, вот. И вот буква «К» значит «Мискейчи». А вот, вот Макс. Вы смотрели этот ролик про мистера Макса? «М» – это значит «Мистер Макс». Вы знаете игру «Майнкрафт»? Это «Майнкрафт» такая штуковина, игра такая офигенная. Крутая. Мне стянуть от этого хочется. И я вот был у Анатолия Борисовича доктора. Вы смотрели этот ролик? Я думаю, да. Там подписчиков целая гора. Вы представляете? Смотрели ролик про этот... Про мою адноиду. Она была вот тут в голове. Вот тут в голове. И там было три одновиды, одновина и ментанина. Меня там оперировали долго очень. Кстати, мне даже укол делали вот, вот сюда вот. Вот здесь язык себе приключил. Язык я. Вы знаете? Вот подскажите мне на снимите ролик, как вас зовут. Определите мне. Меня Заяв зовут. И все люди мне не должны врать. А какой-нибудь там человек должен сказать, определить, как его зовут. Должен сказать обязательно. И как его голос называется. И как ему, сколько ему лет. И какая его фамилия. Я вот не знаю, как его, этого дядьку зовут. Вы знаете, погодите, какой я офигенный. Классный парень. Вот мы... Вот был... Сейчас я приблизу, там не могу подойти. Вот там где-то был это паук. Паучара. И у нас домовые есть. Они невидимые. Кстати, у меня когда-то мяч купал. Вот туда он. Сейчас. Вон туда он. Вот туда когда-то мяч купал давно. Там, наверное, подписчики будут... Вот я вам хочу сказать на
когда мы заканчивать будем. Я хочу вам сказать, подписывайтесь на канал Лёва, ставьте лайки и всем пока говорите. Я скажу вам всем пока. И я вам покажу вот такой ставь лайк. Сейчас мы подойдем, посмотрим, какие у нас папы и мамы. Вот гитара папина моими. Так, пойдем смело. Спокойно идем. А вот только телефончик. Вот Соня. Что? Волноваться вообще не о чем. Не о чем. Вот он, папа. Ты меня снимаешь? Да. Привет, голубчик. Привет. Маму сними. Что она скажет сейчас тебе? Привет, передай. Привет. Мы сейчас посмотрели фильм «Игры разума». Катюня, ты сними Катюню. А вот такой вот. Ну-ка, ты что скажешь? Привет. Скажи что-нибудь существенное. Вот существенно. Такой насос. Насос такой. Что-нибудь существенное. Лёва, поверни на меня камеру. Ну-ка, посмотри. Скажи что-нибудь существенное. Что-нибудь существенное. Ну, молодец, правильно реагируешь.